А в этом ролике я разбил вот их вот два спайдер-кейта, которые были добавлены в игру очень-очень давно. И хочу сегодня посмотреть, что за них будут давать. И также показать вам, затрейдил ли я их, либо же нет. Ну а ты смотрел ролик до конца, если хочешь смотреть, что мне за них сдавали. Но я уже не буду вас задерживать. Идемте к этому ролику. Ну а перед началом этого ролика я хочу тебе сделать конкурс такого вот титана Дриллмена. Для его части должен первый ставить лайк, второе подписаться на канал. Третьим, ставьте любой комментарий от 5 слов ставленником от Роблокса. А четвертый, зайти в мой телеграм-канал, потому что итоги я сделаю там. И также в моем телеграм-канале кучу-кучу розыгрышев почти каждый день. Также инфа о стримах и также новых обновах Toll Tower Defense. Ну а мы уже идем тебе трейдить эти два, в принципе, вот этих вот спайдер-крейтика на трейдинг-плазу. Toll Tower Market — это самый лучший сайт по продаже юнитов Toll Tower Defense. Все очень удобно и понятно, также огроменный выбор товаров. Ну и также у них самые низкие цены, Old God для всего за 450 рублей. Нажимаете на кнопку купить, и вам зачисляется юнит в корзину, а потом просто берете и оплачиваете свой товар. Также у них есть отзывы от популярных ютуберов, и тут вас точно не обманет. И также у них есть свой телеграм-канал, где часто проводятся конкурсы на очень дорогих юнитов. Ну а также у них есть свой телеграм-чат, где ты сможешь потратить своих юнитов. Ну а все ссылочки я оставил в закрепленном комментарии. Так, ну и вот я уже и на трейдинг-плазе. Давайте сейчас я побегу вот сюда, ближе к маркетплейсу, потому что все скопление людей обычно стоит вот тут вот. И теперь давайте сначала посмотрим, продают ли его у нас на маркетплейсе. И как мы видим, да, его продают за 2000 гемчиков. Ну, это, в принципе, для него хорошее, так что давайте его сейчас начнем трейдить. Вот такое сообщение написал трейд Spider Crate. И давайте теперь включим трейдики и будем ждать, пока мне будут закидывать трейдики. Смотрите, мне страшно, трейдик предлагает Old Godly за этот Spider Crate. Это кто очень хороший трейдик, потому что этот Old Godly стоит около 3 гемов. И за Spider Crate, мне кажется, это очень-очень хорошо. Но думаю, я отхожусь, так как я хочу еще посмотреть, что мне за него будут давать. Так, в следующем трейдике предлагаем снова этот эксклюзив Spider Crate. Что ты мне дашь? Давай, бро, предлагай. Он мне ничего не предлагает. Ладно, давай-то я отклоню. И следующий трейдинг сразу же прилетает. Это очень круто. Предлагаем снова эксклюзив Spider Crate. Может, этот мне что-нибудь даст. Astra Upgrade Titan Cameraman. Блин, так-то это очень-очень хороший трейдинг. Я не знаю, конечно, сколько сейчас стоит этот Astra. Давайте посмотрим, если он у нас на аукционе. Точнее, на маркетплейсе. И да, он стоит тут 3400 гемчиков. Прям не знаю, трейдить ли его, либо же нет. Ну, давайте, хорошо, я соглашусь. Если этот человек согласится со мной, то это будет хороший хороший плюсик. Но если согласится, окей. Я не знаю, конечно, зачем он мне кинул трейдик, если он не согласится. Но вроде он не соглашается. И нет, он убрал этот Astra, обратил на камермена, и может он не другое даст, либо же ничего не хочет давать. И он просто отклонил трейдик. Ладно, как хочет. Следующий трейдинг прилетает. Предлагаем эксклюзив Spider Crate. И Large Bunny Man, Titan Cinema Man, Santa TV Man. Такое, такое, если я отклоню. Так, следующий трейдинг прилетает. Предлагаем снова эксклюзив Spider Crate. И он мне предлагает Large Bunny Man, как я понял, за бесплатно. Это мой подписчик, он мне хочет дать подарочек. Спасибо большое, бро, ты в ролике очень-очень приятно. Так, следующий трейдинг, эксклюзив Spider Crate мы предлагаем. И что ты мне дашь? Airs Pro, давай мне что-нибудь, предлагай. Он у меня просит гемчики, но сейчас я ничего никому не раздаю, я просто трейжу эти эксклюзив Spider Crate. Так, это вроде тоже подписчик или нет, я не знаю. Но вроде, а, или да, 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 это тоже подписчик, он тоже мне дает легендарочку, тоже спасибо большое, очень приятненько. Так, следующий трейдик мы ждем, он сразу же прилетает, это очень круто, предлагаем ему эксклюзив Spider Crate, давай, бро, что ты мне дашь? И пока что отправляем такое сообщение, трейд Spider Crate. Он мне тоже ничего не предлагает, не знаю, зачем мне кидать трейдики и вообще ничего не предлагают. Так, следующий трейдик мне прилетает от кота, что ты мне дашь? Давай, бро, предлагай. Офигеть, ребят, смотрите, апгрейд меч камерамен, эклаунчер камерамен, ларч лазер, глич камерамен, апгрейд камерамен, титан синема мен и санта тв мен. Очень-очень мне много юнитов предлагает, но они стоят так-то не очень-то и много. Где-то выходит тут на 1000, наверное, 400 гемчиков, где-то вот так вот. Нет, это мало, так что я тоже отклоню. Снова предлагаем эксклюзив Spider Crate. Что ты мне дашь? Бейкон, давай, предлагаем что-нибудь. И он мне предлагает шотгана камерамена, титана кловермена, кучу санта крейтов и астро апгрейдинг камерамена. Он 100% не согласится, потому что, ну, за эксклюзив Spider Crate это очень-очень много. Я даже не буду ничего им предлагать, просто отклоню, так как, ну, я уверен, что он бы не согласился. Так, Фи-Ю-Ю, у него тоже есть этот Extreme Spider Crate, но с Сигдом. Давайте мы даваем ему что-нибудь, давайте ему дадим... Хотя нет, давайте просто согласимся, реально, вдруг он сейчас согласится, это будет вообще очень круто.
И смотрите, мне снова челики на трейд и продают мне хайпер ради же этого мэна. Астра, вырезанный камерамена, обретает камеру Спайдер, Спайдер ТВ, Инженера, Меч Банни, 2 Олд Годли, получается Меч Банни Титан, Титан Сигма Мэн, Титан Клавермен и Шеф ТВ Мэн. Это очень-очень много за этот один Спайдер Критик, так что я отклоню, потому что я уверен, тоже Омни 100% не согласится, потому что он еще и до этого не соглашался. Ладно, так, следующий трейд мне прилетает, что ты мне дашь? Давай, бро, предлагай. И смотрите, этот человек мне предлагает эк лаунча камерамена. Нет, это очень мало, я так что отклоню. Так, следующий трейдик от Тимофея. Я предлагаю тебе этот трейдик, что ты мне дашь за него? Он мне ничего не предлагает, ну ладно, как хочет. Зачем-то мне снова тот челик, который предлагал мне эк лаунча, снова зачем-то он кинул трейд. И дает мне эк лаунча и 3 банни крейта, даже больше, 4 банни крейта. Банни крейта сейчас стоит буквально по 30 гемов, это очень мало, тут где-то, наверное, гемчиков 200 выходит максимум. А мой крейтик стоит около 2000, это 1500-2000, где-то вот так вот. Так, Сабат, что ты мне дашь? Давай, держи спайдер крейтик. Он не пишет, позже может дать юнита. Не знаю, что даже мой ник не знает, я ему точно юнита не дам, так как это 100% не подписчик, если он написал позже, а не Кози. Ладно, Эмираль топ 2013, что ты мне дашь за мой спайдер? Спайдер Критик. 3950 гемов? Серьезно? Он в чатик ничего не пишет, но я 100% соглашусь. И он отказался. Срано, зачем тогда мне кидал трейдик, чтобы просто показать мне гемы и отказаться? Ладно, окей, как хочет. Ты лучший, можно Сиган. Я Сиган, ребят, кстати, о Сигне. Давай сейчас я выключу трейдик буквально на 10 секунд вам. И немножко расскажу про Сиган. Ребят, сейчас появилось очень много фейков, которые хотят вас заскамить на юнитов. И предлагают вам сделать Сиган от моего лица. Никогда не ведите на фейков. У моего фейка есть 35 ультимейтов, ребят. Но это вообще ничего не значит. Потому что юниты никак вообще не решают. Главное это смотреть на правильный ник. А именно вот такой вот у меня ник. Вот, пожалуйста, запомните. По скину тоже никогда не судите. И по юнитам тем более. Ну и вообще никогда не давайте юнитов на Сиган, так как это очень-очень опасно. Если у человечка нету надписи партнер с огоньком, то значит это не он. Так что давайте я снова включаю трейдики и продолжаем тогда трейдиться. Смотрите, Грин Лазер, апгрейд камера Спайдер и Санта Теломен. И еще 400 гемов, блин. Я, походу, соглашусь. Так, это 1000 гемщиков, это где-то 800, 1800. Санта где-то 2000, 2400, я, конечно, соглашаюсь. Офигеть, эксклюзив Спайдеркрейт меня вот на такой вот офер. Я в шоке, это реально очень хороший офер. И теперь у меня остался, получается, кто? У меня остался еще один крейтик, а именно Сигнам от Стиви Докса. Смотрите, Титан Сигамен, 2 Эклаунча, Токсик, Сав, Анонсер и Джей Спикермен. И еще тут он мне предлагает легендарочки. Это тоже большой окуп трейд, если он согласится, это будет очень-очень круто. И он мне написал зачем-то минус-плюс. Зачем он мне это написал, мне интересно. И он пишет минус-плюс-плюс. Интересно, зачем это он пишет. Давайте я просто отклоню, так как он какой-то странненький. Я бы 100% согласился, но почему-то он вообще ничего не предлагал мне вообще. Ну, он мне, конечно, предложил, но он не соглашался. Хотя зачем-то мне это все дал. Ладно, так, где мой эксклюз Петр Крейт? Вот он. Получается, смотрим. Титан Банни Камерамен и Шитган Камерамен. Еще Глич, Кретин Спикермен, Титан Синемамен. Нет, это тоже очень мало. Я 100% откажусь. Так что следующий трейдик от Котика Годик какой-то, вот такой вот у него ник. Смотрим, что он мне сейчас будет предлагать. Рокет Камерамен. И еще 2 Астер Камерамена. Нет, я, конечно, откажусь, так как это очень-очень мало. Так, следующий трейдик. Это тот самый челик, который мне давал эксклюзив Спайдер Крейт. И он хочет трейдить со мной обычный крейт на Сиган Крейт. Серьезно? Может, он бы хотя бы что-нибудь добавил, я не знаю. Но он мне даже вообще ничего не добавляет. Так что, наверное, я сейчас откажусь, потому что, ну, вы сами понимаете, что мой Сиган Крейт, а у него без Сигна. А, ну раз, смотрите, он давал мне один гем. И думаю, то, что сейчас я с ним затрейджусь. Не, ну реально, мне кажется, этот ящик с Сигном стоит, ну, гемчиков хотя бы на 500 подороже, чем без Сигна. Так, смотрите, страшный трейдик не прилетает. Прилагаем Спайдер Критик. И что мне даст вот этот щелик? Давайте, ждем, пока он мне что-нибудь предложит. Он написал 500. Чего 500? Гемов, наверное, 500. Ну, да, он написал 500 гемс. Нет, я сейчас гемчики не трэшу, я трэшу этот крейтик. Мне очень интересно посмотреть, что за него мне будет предлагать еще. Так, с лентики, что ты мне дашь? Смотрите, Титан Дралмен и Титан Клокмен. Не, ну, кстати, эти два юнита достаточно хорошо и достаточно много стоят. Но, наверное, нет, я все-таки откажусь, так как это все равно будет маловато. Ну и, ребят, всем спасибо большое, кто смотрел этот ролик до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Я в этом ролике показал, на что может трейдить этот Спайдер Критик. Так что вы можете его трейдить на какой-нибудь хороший офер, если он у вас, конечно, есть. Ну а с вами был я, Кози. Всем удачи и всем пока-пока.